стильный и удобный. Сегодня расскажем, как выбрать пуховик, чтобы он согревал вас не одну зиму. На это в первую очередь влияет качество и плотность наполнителя. Он бывает двух видов – синтетический и натуральный. Среди последних самый распространенный вариант – пух. Сложный в уходе и дорогой. Чтобы снизить себестоимость изделия, в состав пуховика добавляют перо. Оно же придает зимней одежде объем. Оптимальное соотношение 80% – это пух, а 20% – перья. Если говорить про то, что линяет пуховик, вот он и линяет в том случае, если там большой процент пера. Потому что оно пробивает прокладку, и оттуда из этих дырочек начинает лезть пух. Поэтому если пуховик качественный, там большой процент именно пуха, такой пуховик не должен линять. Искусственных наполнителей огромное количество. Самый распространенный и дешевый – синтепон. Но такие куртки не согреют даже в минус 15 градусов. Главное преимущество материала – быстро сохнет. Холофайбер чуть дороже, не электризуется, не впитывает запахи и влагу, способен выдержать 25-градусные морозы. Изософт – относительно новый вид синтетического наполнителя. Он тоньше синтепона, но в зависимости от плотности может быть в несколько раз теплее. Изософт – это сплошное волокно. Он очень теплый, легко стирается, быстро сохнет, легкий. 250 грамм на метр квадратный считается самый теплый. Это самое большое наполнение в пальто. Пуховик, как правило, простеган. Обратите внимание на размер секций. Чем меньше блоки, тем лучше. Так наполнитель не будет сбиваться и сползать в нижние ячейки. Перед покупкой проверьте его качество. Сожмите любую часть пуховика и отпустите. Хороший материал быстро восстановит форму. Верхняя ткань у пуховика была влагоотталкивающей для того, чтобы на ней не образовывались разводы. И опять-таки мы уточняем у продавцов в магазине и читаем на этикетке, какой уход за пуховиками необходим. Выбирая материал подкладки, отдайте предпочтение атласу, вискозе или поливискозе. Эти ткани, в отличие от полиэстера, хорошо дышат. И лучше, когда манжеты рукавов сделаны в виде резинки. Тогда никакой холод не проберется под ваш пуховик. Приятных покупок!